Паста, есть такой Коля? В 6.35 14 апреля в оперативно-дежурную смену ЦУКСа Главного управления МЧС России по Тверской области поступило сообщение об разгерметизации емкости на заводе в населенном пункте Редкино Конопольского района. После поступления сообщения силы и средства пожарно-спасательного гарнизона выехали непосредственно на объект, провели разведку и подтвердили, что вещество, которое вытекло в результате разгерметизации емкости бром, приступили к ликвидации и локализации аварии. На данный момент силы и средства проводят нейтрализацию вещества. Пострадавших нет, сил и средств достаточно. Производятся замеры предельно допустимой концентрации опасного вещества в воздухе. На данный момент концентрация не превышена. Проводятся мероприятия по локализации и ликвидации данной ситуации. Сил и средств достаточно, угрозы населению нет. На месте происшествия развернут оперативный штаб. Все оперативные службы находятся непосредственно в районе аварии. Задействованы силы и средства специализированной пожарно-спасательной части города Твери.